София Каштанова долго скрывала беременность от общественности. О том, что она стала мамой, поклонники узнали только спустя пару месяцев после родов. Все это время актриса провела в Мексике, где живут ее родители. Эту жаркую страну София давно называет второй родиной. Теперь она стала домом и для новорожденного. Впрочем, скоро Каштанова познакомит ребенка с Россией. О скором приезде в столицу звезда сериала «Полицейские с Рублевки» сообщила в социальной сети. Перед вылетом из Мексики, актриса решила показать сыну озеро Балакар. Лагуна – ее любимое место, ведь в этих водах можно увидеть 7 оттенков синего цвета. К слову, чудес для звезды сериалов там оказалось больше. Пока София наслаждалась местным пейзажем с сыном, на ее телефон пришло упоминание об этом дне в 2017 году. Молодая мама была удивлена, что оказалась в том же месте спустя 2 года. Сколько всего произошло и сколько всего поменялось. Были расставания, воссоединения, потери, приобретения и главное событие жизни – рождение сына. «Жизнь фантастична и так циклична», – написала она в микроблоге. Новость о скором возвращении актрисы порадовала поклонников. Они надеются, что София сразу приступит к работе над проектами. Ждем новых фильмов. Удачи и актерских побед, желают пользователи. Другие отметили красоту Каштановой, хороша собой и игрой на сцене. Звезда, действительно, быстро пришла в форму после родов. Она опубликовала пляжный снимок, в котором похвасталась стройностью фигуры. В кадре актриса лежала на берегу Карибского моря, излучая счастье. «Наконец я снова могу наряжаться в красивые купальники», — подписала она публикацию. Впрочем, некоторые подозревают, что настоящая причина улыбки Софии в возлюбленном. О своем избраннике женщина предпочитает не говорить. До сих пор неизвестно, кто стал отцом ее первенца. Каштанова ни разу не упомянула о мужчине, но фанаты предполагают, что он иностранец. Возможно, она последовала примеру своей мамы, которая когда-то вышла замуж за мексиканца и увезла дочь в новую семью. Актриса подчеркивала, что не станет рассказывать о личной жизни, считая эту информацию излишней. По ее мнению, демонстрация любви напротив может помешать отношениям.